Давай. А ты... А ну, все. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с Натальей Шеф, моим партнером из города Ангарска, я Ольга Бурова и Наталья Шеф, мы проведем краткий обзор промо-акций на июнь. Кстати, очень интересные акции, поэтому послушайте, обзор будет очень краткий, слишком много не будем рассказывать. Более подробную информацию вы можете посмотреть у себя в чатах. Сегодня мы расскажем про промо именно на четырех рынках. Это будет рынок России, он называется ОТГ. Будет еще НФР, это американский у нас склад. На американском складе мы пока, запомните, можем приобрести продукцию. Если у вас есть AR-баланс, либо у вас есть карта другой страны, не России, например, Казахстан, либо там европейские какие-то карты. Вот. Также это будет Евразия Про, в которую входят такие, как Беларусь, Киргизия, ну, именно страны такие близлежащие, СНГ, и будет еще европейский рынок. Мы немножечко про все это расскажем. Итак, российский склад. Как обычно, у нас есть акция. За единовременный заказ от 125 вы получаете в подарок смесь эфирных масел Терашилд. Терашилд будет 15 мл. Запомните, что сделать его нужно именно единовременным заказом. Не 125, не 25 и там еще сколько-то. А вот именно 125 ПВИ делаете вы по 15 число июня и получаете в подарок волшебную смесь Терашилд. Терашилд, она идет от комаров, от различных насекомых, от клещей. Прекрасная смесь, в которую входят такие масла, как иланг-иланг, кедр, кошачья, кстати, мята, лимонный эвкалипт, лицея. Очень мощная, такой, знаете, антистрессовая смесь. И туя с кипарисом. Дело в том, что помимо того, что эту смесь очень сильно боятся комары и клещи, мне это нравится, смесь, она идет, знаете, такая, как защита нашей ауры. Потому что здесь именно масла такие, как кедр, да? Это именно энергетическое масло, масло связи с родом. И мы можем эту смесь наносить, то есть вдыхать непосредственно из флакона. У меня одна девушка берет это как духи, потому что Терашилд, он пахнет для кого-то шоколадкой. Вот мне нравится действительно у Терашилда запах, аромат шоколада. Терашилд, я в свою очередь Терашилд использую вместе с цитронеллой, вместе с лемонграссом. Эти два масла, они очень сильно усиливают эффект именно от насекомых. Точно так же Терашилд очень хорош для защиты комнатных растений от паутинного клеща. Следующее масло, которое я расскажу, это вообще не масло, это будет скидка 10% не на детскую коллекцию. Она будет у нас весь июнь, с 1 по 30 июня. Единственное, сразу же могу сказать, что она будет, эта скидка, пока не закончатся эти наборы. Поэтому вы, пожалуйста, поторопитесь. Обычно такая продукция, если заканчивается, взамен дается что-то другое. Но если вы хотите именно детскую коллекцию, то, пожалуйста, позаботьтесь об этом. В нее входят 6 смесей. Вот первая смесь, которую вы видите, это спасатель. Кстати, сразу же скажу, что вы получите ее вот в такой замечательной сумочке. Вы ее получите, у нее будут именно еще колпачки такие, карабинчики, которые вы сможете, у вас ребеночек может прикрепить к рюкзачку, к ремешку, на брючках, к шортикам. Ну, то есть именно то, что будет цепляться. Очень стильный, конечно, набор, но помимо этого обладает именно терапевтическим эффектом для наших деток. Вы видите на экране смесь спасатель, в которую входят такие масла, как копайба, лаванда, сладкая мята. Кокосовое масло, кстати, здесь тоже есть, потому что в роллерах у нас идет обязательно кокосовое масло. И аромат у нее такой несколько древесный, мятный. Если сравнивать ее со смесями из взрослых каких-то наборов, то это напоминает смесь Диблу, то, что снимает у нас боли, напряжение в мышцах. Это смесь, которая хорошо у вас будет заживлять кожу, если у ребеночка будут какие-то синяки, ушибы, травмы какие-то после тренировки, до тренировки эта смесь точно так же используется. Очень хорошо эта смесь помогает, когда у детей начинается активный рост. Когда они начинают расти, у них болят ножки, вот эта смесь тоже будет помогать.
Вот. Если ребенок устал, то эту смесь точно так же можно наносить на височки и на заднюю поверхность шеи. То есть вот эта смесь, она равноценна примерно как наша смесь из взрослой коллекции Диблю. Следующая смесь, смесь она называется, видите, колпачки такие, вот у них еще там белые такие карабинчики на них. Если вы обратите внимание, на каждом колпачке идет изображение, вернее, я бы сказала, фигурка такая. То есть на синем спасателе и на красном сильный, смесь такая, стронг, да, идет физическое тело, потому что эти смеси, они больше работают на физике. И в эту смесь входят такие масла, как лицея, ладан, роза, кедр. И, знаете, аромат у нее такой очень интересный, я бы сказала, лимонный, немножечко травянистый такой. Вот этот лимонный аромат дает эфирное масло лицея. И кто-то даже начинает говорить, что эта смесь, она пахнет Таиландом. То есть эта смесь, она равноценна нашей смеси Вангард и очень хорошо подходит для чувствительной кожи деток. Она дает, знаете, такие жизненные силы, повышение иммунитета, это чистая кожа. И, конечно же, такая смесь, которая дарит здоровый внешний вид нашему ребенку. Точно так же мы наносим ее наружно, мы можем ее вдыхать с ладошек. Поэтому имейте в виду, что вот эта смесь, она идет тоже для физического тела. Следующие две смеси, они работают у нас с нашими мозгами, да, то есть мыслительной функции. То есть смотрите, как раз эта смесь называется мыслитель. Здесь такие масла есть, как ветивер, мята, клементин, розмарин. И вот эта смесь, она очень хорошо помогает сфокусироваться. Не зря она называется мыслитель. Она помогает сосредоточиться нашим деткам, когда они чем-то заняты. То есть когда они рисуют, когда они собирают конструктор, когда они там что-то смотрят, то есть эта смесь уменьшает ощущение, знаете, такого стресса от перенапряжения. И, конечно же, помогает меньше отвлекаться. Вот именно мята помогает и розмарин, вот эти два масла помогают сфокусироваться, сосредоточиться на каком-то задании. Она точно так же подходит для ежедневного использования. И, ну, вы знаете, я сразу же могу сказать, что вот эти все смеси, которые детский набор, у нас пользуются взрослые. У меня одна девушка, она сказала, что она со смесью мыслителя, она очень хорошо собирает таблицы в Excel. Говорит, я, говорит, прям профи Excel стала. Точно так же мы наносим на височки, на заднюю поверхность шеи, и, конечно же, она помогает прояснить сознание. Ну, вы знаете, рекомендуется ее использовать во второй половине дня. Но есть люди, которые, допустим, менее сосредоточены в первой половине дня. Неважно. Просто когда вы понимаете, что ребенку нужно сосредоточиться, нужно чем-то заниматься, вы, пожалуйста, дайте ему этот роллер, он сам уже знает, куда нанести. Следующая смесь – это смесь спокойствия. Это тоже, которая помогает расслабиться. И видите, тоже такой мозг нарисован. Так вот, смесь спокойствия, она очень хороша, когда ваш ребенок приходит со школы, приходит с садика, когда вы сами приходите с работы. И она помогает снять нервное напряжение, она помогает и способствует хорошему сну, усиливает хорошее настроение, положительный настрой. Так вот, в эту смесь входит лаванда, римская ромашка, иланг-иланг. И вы почувствуете, прям знаете, она чем-то схожа со смесью, может быть, я даже не знаю, сиренити, или, ну, лавандовый аромат точно у нее есть. Мы точно так же наносим ее на заднюю поверхность шеи, на грудь, способствует спокойному сну она, да. Ребеночку можно на запястье точно так же наносить, уменьшает беспокойство и тревогу. Видите, иланг-иланг – это релаксант, точно так же, как лаванда, ромашка. И они помогают очень мощно снять тревогу. Они помогают при каких-то даже страхах. И с этим смесью дети будут очень хорошо и крепко спать. Следующая смесь, которая идет, это смесь смелый, храбрый. Видите, здесь уже сердце, это эмоции. Сюда такие входят апельсин, амирис, османтус, корица. Очень вкусный аромат, самый вкусный, который, ну, некоторые говорят, что это самый вкусный аромат, но действительно аромат османтуса ни с чем не спутаешь. И это масло очень поможет, когда ребенок боится и переживает идти куда-то в садик, в школу. То есть это масло, которое дает уверенность и веру в себя. То есть эта смесь помогает отбросить различные сомнения и убрать стресс. Точно так же мы ее наносим на заднюю поверхность шеи.
и она поможет уменьшить чувство беспокойства и стресса вашему ребенку. Ну и, возможно, вам самим, если вы ей пользуетесь. Последняя смесь из этого набора, она называется стеди, стабильность, заземление. И сюда, конечно, уже входят такие масла, как амирис, пихта, кориандр, магнолия. То есть это масло, я бы сказала, похоже на нашу смесь баланс, которая помогает подружиться голове и телу. Дарит спокойствие, сбалансированное такое настроение, повышает, ну, такое, помогает сосредоточиться на самом важном. Аромат очень приятный, очень теплый. Вот эта коллекция у нас будет весь месяц со скидкой 10%. Поэтому обратите внимание, но не затягивайте, потому что в любой момент она может исчезнуть. То есть обычно до 10-15 числа такие наборы они могут благополучно исчезнуть. Следующее, что я сейчас выключу звук у Земфиры, да? Вот. И следующее, что я хочу рассказать, что здесь еще у нас прекрасное такое предложение от компании. Скидка 25% на плюшевого медвежонка. Размером он вот такой вот реально идет. Качество изумительное. Сзади ребеночка, вот здесь, если, ой, сзади ребеночка, сзади медвежонка, у него есть такой кармашек, он на липучке, и там есть мешочек с солью. Вот этот мешочек можно достать, разогреть в микроволновке, капнуть на него лаванду и дать ребеночку. То есть он будет согревать ребенка, и лаванда будет источать аромат, и ребенок будет очень глубоко и хорошо спать. Поэтому тоже, вот прям обратите внимание, цена у него, я бы сказала, вообще бросовая по сравнению с теми игрушками, которые сейчас у нас продаются. Качество очень хорошее. У меня просто есть такая, у меня ребенок 15 лет спит с этим медвежонком. И, конечно, очень хотелось бы рассказать, что вот у нас появилась наконец-то биологически активная добавка, она называется IQ-Mega для детей. Потрясающе, но я ее пью еще сама дополнительно. Поэтому что она дает? Конечно же, это омега-3 и омега-3 в жидкой форме. Это, я бы сказала, наверное, самый лучший по качеству концентрированный рыбий жир. Она ничем не пахнет, она пахнет, вернее, она не пахнет рыбьим жиром, она пахнет апельсином, потому что сюда еще дополнительно добавлено эфирное масло апельсина. Вот. И, конечно же, для деток мы ждем, конечно, еще витамины, которые у нас появятся, как и в мебе, я надеюсь, в скором будущем. Но не пропустите, пожалуйста, берите себе, берите деткам. IQ-Mega, она высочайшего качества, она проверяется на 250 загрязняющих веществ, и эта смесь рыбьего жира и эфирного масла апельсина, она сертифицирована. Качество идеальное. Вот. Ну и, конечно же, не могу пропустить такую акцию, она первый раз у нас вообще. Это акция, когда вы делаете заказ на 125 PV, и вы получаете обучающий курс на русском языке специалист по эфирным маслам. Раньше этот курс был доступен за $97, и он был на английском языке. То есть кто проходил его, те пользовались переводчиком не совсем удобно. А здесь кто заказывает, именно оформляет заказ на российском складе, либо на ЕЕО, это Евразия Про, то, конечно, он получает доступ, бессрочный доступ к вот этому курсу в подарок. Потрясающе, просто не пропустите, я прям вам рекомендую его получить. Тем более те, кто пользуется продукцией, кто, возможно, внедряет в свою профессиональную деятельность. И вот такой вот сертификат вы получите, когда пройдете этот курс и сдадите тестирование. Вот, ну и я передаю слово Наташе Шеф. Она сейчас вам расскажет про остальные рынки. Очень кратенько. Наташечка. Да, добрый вечер. Оля, хорошо меня слышно, да? Да-да, Наташа, хорошо. Ага. Сначала я вам расскажу про американский рынок, рынок NFR. Значит, при единовременном заказе по LRP-шаблону до 15 июня включительно при заказе от 125 баллов мы получаем в подарок эфирное масло фенхеля. Ольга уже вам в самом начале сказала, что те, кто имеет значит, карты зарубежных банков, да, не российских банков, могут воспользоваться заказом, либо кто имеет свой АИР-баланс. А вот.
Кратко на слайде написано про фенхель, да, но я хочу сказать от себя, так как я сейчас делаю протокол цель, и вот там вместо ладана я взяла замену и взяла, делаю сейчас протокол цель, первое масло идет фенхель. Ну, во-первых, работа с почками, да, а почки – это жизненная энергия, и я понимаю, насколько мощно, да, ничем не хуже, может быть, даже в каком-то плане и для меня лучше работает протокол цель. Вообще фенхель, он, знаете, поддерживает человека вот с ослабленным таким чувством собственного достоинства, да, когда вот где-то маленько какие-то перепады, либо какие-то обязательства взяли верх над человеком. То есть фенхель, он возрождает страсть к жизни. Именно вот этой страсти, может быть, да, страсти к той цели, которой я иду, мне, может быть, и не хватало, почему я взяла сейчас именно фенхель. Так вот, если вы, как говорится, имеете возможность приобрести на американском рынке, как говорится, welcome, да, фенхель – это изумительное масло, которое работает не только с нашим, как говорится, организмом, но еще и помогает в продвижении наших целей. А вот следующий слайд. Да, и в обязательном порядке компания дает дополнительную 10% скидку каждый месяц на разное масло. И вот именно в июне идет скидка на американском рынке на роллер розы. Ну, роза сама за себя говорит, да, что это королева масел. Но и в то же время она еще работает с очень многими нашими системами. С пищеварительной, с эмоционально-лимбической системой, с эндокринной. Вот, роза, она отлично растворяет гнев, особенно женский, да, гнев, устраняет какую-то эмоциональную травму, работает со страхами. Ну и, конечно же, дает иммунную поддержку организму. При умственной усталости, это вот то масло, которое, знаете, расслабляет мозг, ну, просто вот секунда в секунду. Последнее время я стала наносить розу именно на горло, прям вот на горло в районе, вот по шее, да, наношу, и, знаете, вот такое ощущение, что мой голос льется, 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 то есть мозг даже не понимает, что говорит язык, потому что, видать, настолько бывает такие моменты, что, ну вот, по крайней мере, у меня, что хочется сказать, а я молчу, хочется, а я молчу. Роза мне просто, она не дает молчать, она открывает эту пятую чакру, ну и в то же время еще идет и уход за кожей, да, и вот эти вот кольца Венеры, которые образуются у женщины на шее, тоже великолепно уходят. Ну и роза прекрасно, знаете, она повышает и настроение. Не зазря ее называют, что в эмоциональном плане она работает как божественная любовь. Это роза. А вот, Оль, следующий слайд. Так. Это у нас идет, значит, я только не вижу какой-то склад. А, Оля, непонятно. А, это, по-моему... ЕО. Это склад Евразия Про. Это страны, как можно сказать, как я их называю, страны СНГ, как Ольга вам тоже сказала. Про смеси Рашилд Оля вам все прекрасно рассказала, все великолепно рассказала. Я еще единственное, что добавлю, да, вот эту смесь я тоже развожу и обрызгиваю своих собак, когда мы вечером, допустим, на даче и большое полчище комаров. Прекрасно, собак не кусают, все счастливы, все довольны. Вот. А про имбирь, конечно же, хотелось бы сказать, да, что масло имбиря можно приобрести также с 10% скидкой именно на складе Евразия Про. Имбирь, он работает не только с желудочно-кишечным трактом, да, с пищеварительной системой, он очень хорошо работает и с иммункой, и с нервной системой. А не зазря имбирь
Как говорится, в эмоциональном плане он дает нам наделить такую вот силу. У этого масла, знаете, нет отговорок. Вот если есть цель, да, то имбирь прям поможет еще быстрее приблизиться к этой цели. И вообще аромат имбиря, он умеет убеждать людей ощущать жизнь и ее вот полноту в полной мере. Ну и также он, имбирь, говорит, что, ну, хочешь достичь успеха в жизни, да, ну, возьми ответственность на себя. А вот, это вот такое великолепное масло. Я очень люблю с ним пить кофе, буквально зубочистку обмакнуть в имбирь и пополоскать в кофе. Изумительно получается напиток. Давай, Олечка, следующий слайд. Да, и вот продлили промо-акцию для новичков, для тех, кто вновь регистрируется на рынке ЕИО. Обратите внимание, что только до 15 июня включительно. Если вы размещаете свой регистрационный заказ от 100 баллов, то вы получаете изумительное масло в подарок, масло мандарина. Это масло детских, с работой с детскими страхами. Это масло великолепно убирает гнилостную микрофлору в нашем кишечнике. И если вы регистрируетесь, значит, от 200 баллов, то получаете в подарок масло мандарина и масло копайбы. Про масло копайбы можно говорить, опять же, бесконечно. У нас есть, прям специально мы записывали с Ольгой вебинар. Вот. Что можно в двух словах сказать про это масло? Оно работает с внутренними и внешними воспалениями человека. А вообще копайба, оно идет как, знаете, раскрытие. Оно работает со стыдом, оно работает с виной, с сожалением. И вот в последнее время встречается очень много девушек, которые обращаются, знаете, не любят себя, да, ненависть к себе. И вот копайба, она изумительно помогает человеку обернуть взор именно на себя и принять себя, и полюбить себя. То есть не самоуничтожать и не, как говорится, не разрушать себя именно изнутри своими мыслями. Давай, Олечка, следующий. Так, вот это у нас идет рынок, по-моему, европейский рынок. При единовременном заказе от 125 баллов, да, с 1 по 15 число по шаблону, ЛРП-шаблонам, получаем эфирное масло цитронеллы в подарок. Вообще масло цитронеллы, если честно, я его просто обожаю. Для меня оно, знаете, работает как... А знаете, как можно с чем это сравнить? Ведьминское зелье, можно сказать, да? То есть это мощное, мощное средство для отражения вот каких-то нападок, да, вот энергетических нападок на ваше физическое тело, либо как на энергетическое поле. И вообще... Цитронелла, она дезинфицирует, инфицирует все вредные организмы, не только вот вживую, да, но еще и энергетические вредные организмы, да, с энергией работает. То есть она подчищает энергию, если вдруг мы пришли какие-то там несбалансированные, расстроенные, да, или как вот говорят там, меня сглазили, меня испортили, да, или у меня человек побывал, не той энергетики, да, злой какой-нибудь. Цитронелла с этим справляется просто прекрасно. Я очень люблю его и в диффузоре, и люблю мыть полы с этим маслом. Прям просто прекрасное. И скидка 10% на масло розового перца. Именно масло розового перца. Вот тоже обожаю с ним пить кофе. Обладает очень широким списком, таким спектром полезных свойств, да, и омолаживающее это масло, и тонизирующее, и очень хорошо отхаркивающее,
и иммунную систему нашу поддерживает. Но насколько же это классный природный афродизиак? То есть употребление, прием этого масла, оно повышает половое влечение как мужчин, так и женщин. Поэтому капельку там в супчик, либо во второе добавили. Да, я очень люблю в масло добавлять, в оливковое, которым поливаю какие-нибудь вот салатики. Но очень, я еще раз повторюсь, да, люблю просто кофе с одной зубочисткой розового либо черного перца. Попробуйте тоже. Да, Олечка, и следующий. Для новичков в Европе действует такая удивительная тоже акция, что зарегистрируйтесь с 1 по 30 июня с заказом от 200 баллов и получите в подарок эфирное масло лицеи, масло мануки. Масло мануки, оно вообще такое, знаете, это такое мощнецкое растение, которое является, ну, прям даром человечеству вот для исцеления и благословления. Манука очень хорошо работает, знаете, вот с страдания, да, а как же пострадать, с какими-то травмами эмоциональными, со скорбью, прекрасно прям работает. А лицея – это самое мощное масло, которое придает смелости, именно смелости, противостоять любому абсолютно страху. Вот, у меня на этом все, да, Олечка? Да, Наташа, мы очень кратенько рассказали про все акции, которые есть.